Мне очень приятно в качестве первых родителей получить данный сертификат. Я думаю, что это прекрасная возможность получать ребенку бесплатное образование. Это замечательные педагоги, которые ведут занятия в Центре детского творчества. Ну и немаловажно, что это территориальная близость к дому, и ребенок сможет самостоятельно посещать данные занятия. В течение с 15 декабря по 19 декабря у нас проходил выбор социально ориентированной некоммерческой организации, которая будет выступать с одной стороны в форме уполномоченного органа, которая будет составлять реестр детей, которые получат данные сертификаты и непосредственно уже проводить оплату учреждению, которое попало в данную программу. Ну и на первом этапе, конечно, составлять реестр программ дополнительного образования. Как мы предполагаем, туда войдут программы по 17 направлениям, естественно, научного, социального направления, научно-технического направления. Ну, об этом, очевидно, уже более подробно расскажет социально ориентированная некоммерческая организация, которая оказалась у нас победителем в рамках этого конкурса. Это благотворительный фонд содействия. Дети вправе самостоятельно выбрать, в какое дополнительное образование, да, учреждение дополнительного образования ребенок пойдет и какое направление вообще ему интересно. Направления у нас три. Это инженер техническое, естественно, научное, социально-педагогическое. В центре доп. Образования, которые находятся в городе Череповце, государственные, они предлагают 17 программ, которые мы тоже рассматриваем, сертифицируем, ну, да, тоже должны сертифицировать обязательно за сегодня, за завтра. Ну и я надеюсь, что дети сделают правильный выбор.